Today we are going to make tempura with lady finger fish that we take from Oman Gulf. И shrimp we bought from shop. Готовим сегодня японское блюдо темпура. Мы берем рыбку, у нас кису, японское традиционное название. Но, в принципе, подойдет любая морская белая рыба. И креветки, которые мы купили в магазине. Вот, а еще у нас будет вкусный баклажан. Сейчас мы порежем наш баклажан. В принципе, для темпуры можно использовать совершенно любые овощи. Шампиньоны, вешенки, грибы любые, тыкву, даже морковь. Все, что есть у нас в магазинах, в огородах. Сейчас important thing for temporary is remove water. Надо обязательно всю воду хорошо промахнуть, иначе когда мы все это масло опустим, может случиться беда. 180 градусов. Короче говоря, разогреваем масло в сковороде. Ну так, чтобы нормально. Наши креветочки. This is a tempura powder that we bought in Japanese grocery shop. В общем, специальная мука для приготовления темпуры, купленная в японском магазине. Но, в принципе, ее можно заменить, смешав пшеничную, кукурузную и крахмал. Получится практически то же самое. Вот. Можно еще перца добавить. И не отличишь. Хотя сейчас и в Украине, и, естественно, в России можно ее купить чуть ли не в свободном доступе. У нас все четко по весам, все четко. Мы отмеряем 100 грамм. На 1 грамм больше. Все, все пропало. 100 грамм powder и 160 water. 100 грамм муки и 160 грамм воды. Тоже переборщили. Масло уже почти нагрелось. Все. Окей. Ага, то чек. Температура и на форме. Окей, да. Проверяем, достаточно ли мы разогрели масло. Очень предостаточно. Теперь самое интересное. Темпура, да. Ну что, начинаем самое интересное. Обмакнули рыбку в нашей разведенной пудре. И в масло. По времени буквально несколько секунд. Даже до минуты.
и в тарелку. Можно есть. Конечно, просто кипяток, баклажан. После такой готовки кухню надо драить целый день, все вокруг масла. Кстати, вот эти маленькие штучки, которые отделяются от этой вот от пудры, их нужно обязательно вылавливать, чтобы они не пригорали. Какие красивые! Дегустации. Специальный соус для темпуры. Супер. Ну так, специалист готовил, специалист сказал, что вкусно. А мне остается только снимать. А это у нас таманеги темпура. То есть обычный лук в темпуре. А макарошки варятся. 6 минут нужно варить, посмотрела на пачке. Если на японской пачке написано 6 минут, значит варить надо 6 минут. Ни больше, ни меньше. На тарелочку желательно постелить бумажные полотенца или салфетки, чтобы лишний жир впитывался. Ну что, попробую нашу рыбку. Это очень вкусно. Обязательно японский рис. Лучше всего есть, не отходя от кассы, как говорится. Приготовил порцию, съел, потому как остывает очень быстро. Вот, мы еще приготовили такие чипсы. Это хребет от рыбы. Как говорится, японское безотходное производство. Ну, сейчас попробуем.
Не съел. А, надо с солью есть. Солили. Хорошо, да. И сейчас попробуем. Что я хочу сказать? Это вкусно. Естественно, костей никаких не ощущается. Просто хрустящая такая чипсинка. Классно.